Сейчас столько их разновидностей, что перед покупкой нужно непременно примерить и убедиться, что эта модель тебе подходит. Большая и маленькая грудь в одном и том же белье смотрится совсем по-разному. Специалисты рекомендуют не искать белье во время критических дней, поскольку грудь может стать чуть больше, чем обычно, да и в целом это не очень удобно. Избегай примерочных с агрессивным светом, который портит твое отражение в зеркале. Чтобы не бродить по торговому центру бесцельно, выясни расположение нужных магазинов и заходи в них по очереди. Если тебе очень хочется влезть в размер, который носила в школе, и трусы надеты в обтяжку, не издевайся над своим здоровьем, возьми правильный размер. Маленькое белье не только неудобно, но и не гигиенично. Нет необходимости скупать половину магазина или наоборот выходить с одним комплектом на все случаи жизни. Стилисты считают, что в капсуле нижнего белья хорошо бы иметь 4-5 лифчиков. Это, например, практичный и сексуальный черный, обычный белый и телесный подо все и один для особых случаев. То же касается трусов. По 2-3 пары каждого цвета на каждый день и несколько красивых моделей, которые особенно выгодно подчеркивают твои вторые 90%.